добрейшего геройского времени суток, на связи Антиквар. Добро пожаловать в Героев Меча и Магии 5, где мы продолжаем проходить оригинальные кампании. В настоящее время проходим финальную кампанию, кампанию мага Зихира из дополнения Повелителя Орды. Представляю вам четвертую часть прохождения второй миссии из этой кампании, миссии, которая называется «Развеяние завесом». Ну, в общем, нам тут осталось, что уничтожить адского героя, разрушить его город. У нас тут сейчас с чатом была дискуссия на тему, как нам переформатировать героя. Видимо, не будет у меня машиниста. Я вот хотел убрать образование и притяжение магии, и защиту, и поймать логу, и машины. Но сейчас я уберу, знаете, как будет? Все, я решил. Я принял решение. Мы убираем образование, но все-таки она у нас рыцарь. И либо логу ловим, либо машину. Вот что первое зайдет, то мы и оставим. Мне кажется, план огонь. Да, и тоже обсуждали, мне тут посоветовали, подсказали несколько зрителей, в комментариях писали, что учитывая наличие у нас комплекта мечта лучника, не слишком адекватно иметь именно третий, ну точнее второй альтернативный грейд стрелков, которые и так стреляют без штраф, поэтому мы их в форте перегрейдим на обычное улучшение, которое изначально было в пятерке. Лена, добрый день. Кстати, статы от образования останутся? Серьезно? Имбища какая. Ну поехали, тем более. Так. Забываем, забываем и забываем. Оп! Все-таки быть у нас машинисту. Не будет логи у Фриды. Ну и хорошо. Хотелось мне очень машиниста, и будет у нас машинист. Так, можно огненные стрелы как бы взять, да? Но взять огненные стрелы, у нас баллисты пока нет. Первая помощь, палатка будет там по чуть-чуть воскрешать. Да и защита хороша, тут тоже меня убедили, можно сказать, в этом. То есть мы это взяли как бы на перспективу, тут, в общем, вроде как серьезная боевка намечается. Успеем ее еще подкачать. Искусная защита. Ну, давайте просто развитое управление машинами возьмем, что оно дает. Боевые машины становятся эффективнее, нападение, защита, урон, баллист увеличиваются. Катапульта вырастает урон. Угу. Целительная сила палатка первой помощи возрастает. А после битвы, если их ломают, они не восстанавливаются, не появляются заново. Так, ну вот такие у нас теперь статы. Мне кажется, что они меньше стали, да? Образование все-таки забрало их. Если я правильно понимаю. Так, сюда мы заходили. А, сюда мы не заходили еще. А что это ты сюда не заходила? Непорядок. Ну, я думаю, что ей важнее взять... Ну, хотя 10 знаний, я думаю, и так ей достаточно. Давайте колдовство возьмем. Ну и побежали. Все, мы, в общем, план наметили. Параллельно мы хотим построить магию. Да, в городе. Она же у нас специалист по магии света. Ну вот. Ну вот, так сказать, пусть и расхлебывает. В этом смысле. Антимагия. Не знаю, насколько это важно ее иметь. Ну, в общем, наверное, не помешает в любом случае. Да, искусная магия. Воскрешение очень хочется поймать. Ну, тут дело такое, поймаем или нет. Как вы понимаете. Как повезет. И тут артефакт еще нужно будет передать. Кстати говоря.
Так, а ты чё возвращаешься, скажи мне, милый друг? А тобой можно, кстати, пойти, наверное, в заставу забрать. Почему бы и нет? Восстанавливает машины после битвы только перки. Понял. Один грифон, я думаю, просто не будем терять времени. Да? На переигрывание. В общем, сейчас мы добегаем до города нашей девушкой. Изучаем магию. Такой у нее нет. Ну что, давайте воскрешение. Супер. Очень хорошо. И все, и выдвигаемся на врага. То есть тут у нас все линейно просто. Кстати, можно посмотреть, что у нас в артефактах. Колдовство и знания увеличиваем на 5, но снижаем боевой дух на 2. Кстати, может плюс удачу ей? Что у нас по артефактам? А у нас тут вот эти, да, ставят? Сюда же ставится подкова. Так, а ожерелье у нас есть? Вот это, да, вместо ожерелья. Удача 4, отлично. И я считаю, просто замечательно. Ну и по дороге еще тут с кем-нибудь деремся, с кем можем. Машину давайте купим. В общем, не то, чтобы мы куда-то прям торопимся. Спокойно, размеренно. Идем к городу, там войска перегрейживаем. И идем к оппоненту. Есть меч, тоже хорошо. А, меч вместо лука, да, будет? Угу. Не, ничего хорошего тогда. Но мы тут подкачаемся, в любом случае. В одном стеке. Вау. 5-6. На тебе. Мог бы и с удачкой, конечно. Мы зря, что ли, его качали. Ну, мне кажется, сейчас с арбалетчики бахнут и все закончится. А, нет, ну очень большой разброс, да? Ну, вот эти ребята, значит, добьют. Так, а сколько у нас, кстати, дает эта штука? Единичку, да, боевого духа? А, можно, конечно, коготь сюда поставить, который добавит единичку урона для всех войск. Но мы тогда теряем же эффект от сборника. Мы же еще снижаем боевой дух противника на минус 2. Мне кажется, это тоже неплохая история. Так, ты стой, жди. Завтра сюда надо заходить. Про арбов уже мы все решили, Андрей, да. Так и сделаем. Так, смотрим. Клинок. Ага, вот сюда ставится. Изумительно. 15-я атака. Так, слушайте, а где-то что-то еще и щит был у нас. Может, забрать?
Откуда она бежит? Подождите. Опять же, знания здесь. Да можно? И, как я и говорил, мы вроде не торопимся. По крайней мере, сильно, да? Сборник снижает боевой дух только при атаке героем. Блин, а чё я так поздно это прочитал? Так, тут у нас есть кто-нибудь? Вот, вроде кто-то оставался, да? Места у нас только нету, блин. А, грифонов можно, да, взять? И этого можно высадить, забрать, когда мы побежим. Ну, надо всех как-то переделать. Так сказать, есть возможность замаксить армию. Нужно ей воспользоваться. Замок надо было построить. Так, ну ладно, уже не построил. Уже не построил, поэтому что ж теперь? Уже все. Так, теперь здесь... А чё, почему других не можем нанять? Новая же неделя, почему только одно внешнее жилище? Ничего не понимаю. Ну ладно, нормальное состояние для меня в пятерке. Что-то не доезжаешь, мы так не договаривались вроде. Чувствую, мы только на следующей неделе доберемся до врага. Так, я смотрю, как неспешно все происходит. Ну что, все-таки коготь. Все-таки коготь. Да, с боевым духом и так полнейший порядок. Тут сложно не согласиться. Они же есть здесь, почему я выкупить-то не могу? Или дорога была перекрыта, или что не так-то? Дункан до прохода перегорел, все, да. Смотрите-ка, антиквар сообразил. Так, ну и чат еще поддержал, все, с чатом классно. Антиквар в чем-то сомневается, чат раз, разрулил ситуацию. Вот Дункан, а? Перегораживатель дорог. Собак говорит, хотите, а мы такие... Нет, мы песиков не очень любим. Ну, стоим, ждем, да, нам девушка еще сюда прибежать. То есть Дунканом-то я даже... Что, пусть стоит, тусит здесь. Не вижу смысла им что-то делать. А мы можем здесь это построить, кстати говоря? Тренировочные залы и потренировать. Прямо посмотрим, что у нас по деньгам будет выходить. Ну, вроде как у нас есть на это некоторая сумма. Часть караванов не может двигаться дальше. Что-то еще где-то подблочилось. Так, ладно, у нас бой серьезный, с драконами. Как-то можно и длинноухо вынести. Ну хотя зачем 57 кристаллов, в чем здесь не идет драгоценных камней? Нифига себе здесь армия с длинноухими. А 311 стрелков, я чувствую, сейчас нас тут это, да? Аннигилируют потихонечку. А стоит она вообще того, я что-то вот смотрю на это безобразие и думаю,
Стоит ли оно того? Ну, смотря как мы будем ходить, да? Тридцать один дракон? Вы серьезно? 31. Да, а что так? За два артефакта непонятных? А надо оно мне. Ну сюда типа прийти, когда есть воскрешение еще, да? Туда-сюда. Стрелки обгоняют. Не, оно нам не надо, слушайте. Ну я слишком много здесь сейчас оставлю. Не вижу в этом смысла. Чё прибежали в итоге, непонятно. Ну а кто знал, что их тут столько? Взять воскрешение, с ним добежать. Щит из сборника, он перейдет. То есть тут щит и кристалл, и вот такая армия. Дичь какая. Ладно. Просто дикая. Необузданная дичь. Фургончик, да, мне перегородил дорогу. Какой же кайф. Фургончик, перегораживающий дорогу. Это просто превосходно. А вас сколько здесь? Тоже 3000 миллионов? Ну нет, тут вроде их поменьше. Опа. Опа. Типа слишком долго ждешь, да? Так. Так, так, так. Ну, у нас девушка... Блин, девушка-то убежала, а вот... Не передадим мы, да, получается? Ну, значит, без него. Так, подождите, надо записаться и стрелков попробовать перегрейдить, да, успеть. Ну, думаю, должны успевать. Так забери войска с повозки. Так куда я их тебе заберу, если у Дункана все эти занят? Два хода. Давай Дункана сейчас сюда тоже поставим. Блин, а... Чел. Ой, ну а у девушки-то у нашей забрать войска. Ну что ты творишь-то? Ладно, все равно должны успеть. Несмотря на то, что антиквар хочет вот все сломать. Все порушить. Все, что непосильным трудом нажили. Блин, сюда сначала забежать. В зоне Архангел остался, которую я просто заберу себе. Так, ну и тут мы, получается, никуда не бежим, да, а то мы просто ему коготь отнесем. Получается так.
Ну, по крайней мере, в город не залезет, да? Что называется, нет худа без добра. Антиквар, прекращи косячить. Ну, пожалуйста. Ну, я очень тебя прошу. Можно прекратить это делать? Так, это нам не надо. Кираса встала на место, да? Защиты стало больше. Это прекрасно. Очень недурно, кстати, жахают тут монахи. Как они называются? Адепты. Прям бахают. Опять же, 300 плюс мечей. Тоже очень неплохо это все смотрится. Тут же у нас у девушки еще и сапоги, да? Бон уже есть. Плюс 3 к колдовству, но они как бы не так важны. Этот бежит. Недобрый товарищ. А мы не можем тут разбивать? Не об кого, да, даже если бы мы могли. Ну, давайте подальше ее уберем. Если что, просто уволим, чтобы ему не досталось. А Серафимов, Вархов переделать я не хочу. Серафим меня вполне себе устраивает. Все, все собираем и что? Блин, этих вот зря. Ну, в смысле, бессмысленно это было. Тут, ребят, не нанял. Что-то, короче, я какой-то сегодня разобранный. Видимо, сон, разбитый на две половины по три часа, не очень хорошо работает. Видимо, так. Я думаю, этих ребят надо поставить, да, все-таки. Три арха — это три арха. Ну, Серафима, неважно. Смотрите, бежит гад и все. Ну, как говорится, чтобы не досталось врагу. А нам нужно героя убить и город захватить, да, и то. В общем, я так понимаю, что основная эта история именно в герое. Давайте с заданием сверимся. Уничтожить адского героя, разрушить город, да, и то надо сделать. В общем, мы до города, там как раз мы скупимся, будет еще неделя, и пойдем на врага. Промахнулся, что ли? Да, вот так. Ничего. Дункан попал. 13 серафимов, это прекрасно. Прекрасное число. Для того, кто бьется с демонами. Мне кажется, все сложилось в этом смысле. Давайте замок. Так, у нас мы героя отпустили. В таверне она, конечно же, да, не появилась. Но я так, на всякий случай, мало ли. Кстати, мне, знаете, что напомнили? Читать описание городов совсем. Я забыл, что я раньше этим занимался. Надо про летающий город Зефира прочитать в следующий раз. Но пока Мелисвиль.
В лесных чащах, окружающих Мелисвиль, растут чудодейственные травы, из которых городские лекари готовят целебные бальзамы и эликсиры. Горожане настолько поднаторели в травничестве, что объявили свой город столицей лекарей. А бонус он какой дает? Где это смотреть? Разве не здесь писался? Ладно, или никакой не дают. Обиделся, что мы герои уволили. Такой, чё? В смысле? О, побежали, ребятки. Меня вот сейчас всех лови, да, здесь? Понял. Понял вас. Я думаю, что собор как-то профитнее, чем грифонов. Ну, просто у нас отличный стек адептов. Жахают они очень больно. Так, воскрешение есть, может, не сейчас, но на будущее. У него в армии есть эти ребята-то мерзкие? Не, у него легион других, да, не тех, которые пьют из нас отряды. Вообще выглядит, конечно, по описаниям так себе. Сотни, туча. Сотни. Много. Так, ладно, разберемся. Не будем раньше времени паниковать, предаваться паническим настроениям. Это не наша тема. Дункан тоже сюда, ему, наверное, какой-то отряд надо будет оставить. Там дополнительные герои бегут, я думаю, что у них-то армии нет как раз. Особенно. Ну да, тут совсем ни о чем. И тут, в общем, ни о чем. Легион — это же тысяча чертей. Ну, получается так, да. Он к драконам, что ли, пошел? Он может сейчас об эльфов... Ну, он не убьется, конечно, об эльфов. Будем объективными, но пусть идет. Нет возражений, что называется. Этих стрелков заберет Дункан и всех разгонит с их помощью. У нас 699 лендлордов. Ничего себе. 399 мечников, что круче. 99 адептов, прям цифры-то какие. Но это Дункану. Ну все, побежали. Конюшни у нас есть, правильно? Опасность низкая. Прикольно. Это прикольно. Ну, как говорится, кто вам доктор? Ну, низкая и низкая. Я при чем? Так, ты давай посиди, что ли, скупить тех, кто остался, да? Тут еще конники есть. В общем, я думаю, сейчас разгоним супостата неприятеля. Загоним под лавку. Чисто войсками в Эльдорадо закупались по акции. 399, 699, 99. Ну да. 30 грифонов тоже может Дункану отдать. Да может и надо было, я уже убежал. Как бы думаю, не принципиально. Это называется «У страха глаза велики». Опасность-то оказывается низкая. А с драконами биться не будешь? В смысле не будешь? Может, к нам вернулась наша блудная дочь? Нет, не вернулась. Ну и ладно. Пусть это останется на ее совести. Так, тут ничего хорошего не было. А тут, кстати, заклинания не меняют случайно совершенно. Давайте проверим. Ничего-то не меняется. Как было, так и есть. Здесь круг феи, удача. Плюс одна. Итого у нас мы будем мега удачливы. Мега, гига. 5 удачи, вау. 6 духа. Хорош. Ну и ладненько. Здесь докупаем
А рабов берем вот этих пацанов. Ну, я думаю, что им можно тоже ехать воевать. Вот уж кто есть, тот есть. С ними и пойдем. Удаленный герой и не вернется никогда. Вот так вот. Ну, что делать? Поджал нас, товарищи. Значит, он сидит просто до какого-то тайминга, а потом по скрипту убегает, правильно? Получается так. Эй, в смысле? А это нормально вот сейчас вот это было? Не-не-не, погоди, дружочек. Видали, что он сделал? Привет, Пинкхорс. Кандалы, а зачем? Он без армии уже не представляет угрозы. Не, вы видели это? Ты думаешь, ты самый умный? Тебе череп-то не жмет? Как там у тебя все? Блин, хотел мимо удачи пробежал. Нет, давайте не будем пробегать мимо удачи. Я же ее взял в прошлый раз. Взял. Все, я в своем праве. Просто, конечно, красавчик взял и в эту залез. Спрятался в святилище. А как его в святилище пустили? Он свою физиономию видел вообще? Вот это вот. Вот это вот как могли пустить в святилище? Нет, покажите мне его. Вот этого Грока как вообще туда могли допустить? Там свод должен был треснуть и обвалиться, как только он туда собрался бы зайти. Как же они топают? Как они топают? Нормально вроде. Топают потихоньку. Как могут. Да, но у меня полнейшее есть ощущение, что вот писали бонус в этой же вкладочке от города. Так, ну и что же ты будешь делать? Грок. Переиграли мы тебя? Ну, получается так. Опасность средняя стала, так-то, если что. Вы говорите, низкая. Серьезно. Кандалы. Кандалы как бы вроде и можно, но... Удачи меньше будет. Ну, у нас 5 будет, 3. Давайте мы сохранимся да нападем. Что я думаю? Что тут думать-то? Ну, типа, если мы поставим кандалы, мы сможем в конце там что-то воскресить, да? Реализовать свою ману. Колодца тут нет, кстати, поблизости. Есть. Может, он так не будет убегать. Может, он по сюжету не убегает. Итак... Я-то думал, а тут... Ну, 212 коней, конечно, внушают. Врать не буду. Это у нас колдун, да, шариком бахнет. Ну, сколько он шариком тем нанесет? Ну, что-то заберет, конечно. Может, нам не надо, чтобы он бахал, в принципе. Или он потырил у нас ману, подождите. Тырит он ману, но он у него вон этот сфера в руках. Да, откачивание маны. Ноль, ну ясно. Ясно, понятно. Больше вопросов не имею. Грифонов давайте подставим.
Чтобы нам конники не вписали, его кони не вписали в наших коней. Благо у нас есть вот такие штучки, да? Оп. Прыжочек. Кстати, он хорошо еще цель для прыжочка выбрал. Убежал. Не, надо, наверное, оковы ставить. Ну, что это такое, да? Что это за ерунда? Что это за финальный бой? Давайте окову воткнем. Я, конечно, понимаю, что он струсил, ну, потому что мы чудо как хороши, но... И опыта получим. Удачи, конечно, меньше, ну что поделать. Главное, пещерников не открывать слабым стеком. Он же одним ударом может 1000 мелочевки снести. Это вот этот вот, который Alt-Grade. Демонюки. Спасибо за подсказ, потому что я вообще ни черта не помню, как он работает. Прям вот от слова совсем. Хорошо, кони не улучшенные, да? Сейчас бы жахнули. И поминай, как звали. Как звали. Да, пещерное отродье. Мы можем типа вот сюда жахнуть, если будет удача остаться с маной. И все-таки повоскрешаться. Этот выстрелит, но он выстрелит один раз. Блин, ну нет удачи. 64 мана отъел. Но у нас осталось так-то. Блин, вот это вот мне не нравится, конечно. Что это такое? Слабость или что? Проклятие? А, палаточка отличила. Хорош. У нас 73 мана еще осталось. Он больше же так не будет делать. Так. Ну, поехали дальше. И может нам, кстати, не в них стрелять. Ну, 106. Ну, выстрелят они. Может, вот нам лучше каких-нибудь коней. Все-таки коней много. Где удачка-то? А что они сделали? Соблазнение? Они под контролик, что ли, взяли? Блин. Плохо, когда играешь и не помнишь каких-то возможностей и обилках существ. Да, они прям будут наших бить? Гады такие. Гипнозик, да? Гипноз это их не красит, конечно. Хорошая удачка. А они сколько будут под контролем-то? Алло. Не, это так дела не делаются. Ну, мы можем забрать этих девчонок, да и все. Там было 0.5, 0.6.3. Я думал, что это один ход, вот они и все. Угу. Да, антикварно антикварил. Все, сейчас я им не оставлю шанса. Все, теперь я все знаю, все их приемчики. Подлые. Семь, десять.
Так, я стрелял же вот сюда, да, чтобы мана оставалась. В общем, мне кажется, это правильная история. Палаточки сейчас наши отличат, правильно? Правильно, снимет всякое разное ненужное. Ой-ой, слушайте, так... А, ну не, все нормально. Спокойно, дыши, антиквар, глубже, глубже выдыхай. Ну вот. Вот так-то оно получше, глядишь, будет. В целом у нас все хорошо. Какая удача. Какая отличная удача. Так, нам только как мы будем воскрешаться, нужно прямо сейчас начинать, правильно? Так-то мы под контроль никого взять не можем. Десятка. 32. Да мы не сказать, что прям потеряли. Так, а мы не так много поднимаем просто. Не, ну арбов мы решительно поднимаем, каких можем, да? По максимуму. Все-таки это наш ударный стек. Ну на, получай еще тут чуть-чуть. Чуть-чуть еще сверху тебя. Угу. Может быть тебе вот лендлордов? Как тебе лендлорды нравятся? Идеальная удача. Да и все, наверное, слушайте, мы особо никого не потеряли. Ну так, по мелочи, по большому счету. Тележку вот нам сломали. Привет, мистер Мачело. Да, дело вкуса, кому какие части игр нравятся. Тем более, что и тройка, и пятерка достойны. Неудивительно, что и у той, и у другой есть свои фанаты. То есть мы одного Серафима потеряли, грифоны, ну, которые здесь были именно таким прикрывающим стеком. Они, кстати, свою функцию выполнили. Враг разгромлен. Мы разгромили врага. А мы могли через него, да, кстати, передать артефакт это. С девушки стой. Так, ну ладно, это не важно. Это, в общем-то, уже не важно. Пойти, может, баллисту ей поймать? Ну, то есть тут понятно, что уже формальность. Добежать до города — это один прирост.
Да ладно, нормально у нас все, да, баллисту поймает. Ну, блин, делать машиниста и не поймать ему баллисту, я считаю, что это плохая стратегия. Ну, давайте сбегаем, поймаем. Опять же, нам в колодец надо забежать. В любом случае, где он тут был? Вот он. Все равно вроде как сюда. Как тебе некропалатка-воскрешалка? Я вот, ты знаешь, не уверен, что я с ней играл. Что у меня был такой волнительный опыт. В общем, я думаю, что здесь формальности уже остались. Просто победить. Ну, такая вот формальность милая. Мана 65. Пусть копится. На обратном пути сбежим. А что, мы сразу успеваем? Прям сразу? Серьезно? Вау. Как же она хороша. И это без логи. Но с конюшнями. Справедливости ради. Правильно, кстати, мы сделали, что не передали сюда слезу Асхи. А что я могу разучить-то? Вот это, например. Угу. Четко. И мне, по идее, нужна еще скорострельная баллиста, да? Ну ладно, скорострельную баллисту уже будем ловить так. Нормально. Будем считать, что все хорошо. Сейчас скиллово было. Ничего не скажу. Скорострельная нужна, но а что мне еще отцепить, что мне не нужно? Вот это вроде все нужно. Уменьшить просто защиту на один. Да ладно, все, как есть, потом выловим. Хотя защиту проще потом, да, будет доловить. Блин, да что ж такое? Молитва, я все равно молитвой не пользуюсь. Мне без нее дадут то, что мне нужно. Изумительно. Все. Супер. Это было супер. Антиквар, ты молодец. 2 из 2. Четко. По навыкам отыграно. Тут еще какая-то армия, да, есть. Довольно внушительного вида, но без героя это все уже. Это все не то. Надзор не давали скинуть вперед молитву. Можно было только молитву. Скидывание надзора было недоступно. Типа, как же мы без надзора? Мы же надзорные органы на карте. Все, готовы врываться, уничтожать, разваливать. Другими даже не ходим. Но смысла в этом не осталось. Ну, в целом, конечно, неплохо. Ну, давайте вручную уже, последние боевки на карте. Можно и вручную провести.
38 маны попер. Вот гад такой. Они все, да, прут, независимо от грейдов, не от грейдов. Просто все воруют. Так, на протык мы ударить не можем здесь. Что-то как-то он лучше автобой, да, играл, чем я сейчас выступаю. Прям заметно лучше, я бы сказал. Прям вообще заметно лучше он это все сделал. Ну ладно, так сделал, так и сделал. Решил переигрывать. Решил, что самый умный. Ну что поделаешь. Так, тут мы убьем его. А, это за все выстрелы дается. Не, не убили, можно было бахать. Ну ладно, арбов тут воскресим. Лендлордов. Ну, судьба у них такая, терпеть. Что поделаешь. Ну, тут уж ничего не попишешь. Нормально они так тут обустроились. Так, ну тут можно и согласиться. Уж слишком простая история. Да и тут будет простая, но тут последнюю боевку все-таки ручками проведем. Машины неплохо работают, искусные, да? Вынесли ворота и все. И как будто не бывало ворот. Ясно, что это больше формальность. Но это было понятно после того, как вражеские ребята кончились. Что здесь просто надо уже всех добить. Бедные лендлорды. Претерпевают. Привет, Акс. Все, последний удар супостата. Потух супостат в прямом и переносном смысле. Только дымок от серной спины остался. И я мультик. В смысле? Без мультика?
А вот тут рассказать, как круто вы победили всех. Но не в этот раз, да? Ну и ладно, не хотите? Мы же не можем настаивать. Ну мы, конечно, можем, но мы в этот раз не будем. Итак, друзья мои, на этом с теми, кто смотрит Let's Play, я прощаюсь. Стрим через некоторое время продолжится через короткую паузу. Спасибо за внимание, за компанию. Ставьте лайки, пишите комментарии. Это был Антиквар. Всем удачи и до встречи. Пока.